Здравствуйте, уважаемые любители дачи. Сегодняшнее число, это 9 марта 2016 года. И снег уже, как видите, сходит. Мне осталось так немного снега. И зимой, то есть несколько месяцев назад, значит, я здесь сажал различные, скажем так, овощные культуры, включая чеснок. Не знаю, вот видите, то есть позже, когда земля, наверное, прогреет, снег растает, прорастет то, что я посадил, не прорастет, посмотрим. Ну, это эксперимент. Вот, то есть было все посажено в снег. Сейчас я приехал на дачу сегодня, отсюда, и сейчас я хочу, скажем так, посадить ранней весной семена. Буду я сажать, значит, дешевые семена, такие как вот, значит, перец, потом что у нас тут еще, морковь, вот, перец, огурец, лук, капуста, морковь, еще что там, баклажан. Вот я хочу вот эти вот дешевые семена здесь посадить. И посмотрим спустя какое время, когда будет или не будет результат, я, если ничего не случится, значит, об этом также сниму видео. А пока сниму видео, вот то, как я сажаю 9 марта. Итак, вот в эту грядку сейчас я буду сажать лук батут. Вот. Вот так мы его здесь посадил. Берем перец. Сейчас я его беру перец. Значит, так, сажаю его здесь. Знаете, я не особо старался тут как бы что-то там рыхлить, копать. Я считаю, чем проще, тем лучше. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но это эксперимент. Теперь берем помидоры. Как упадут, так упадут. Так. И так далее, так далее. Так, и вот последнее осталось. Это у нас свекла. Заметьте, в общем, в принципе, здесь у меня вот, скажем так, семена получились, что они все в перемешку. Я особо тоже говорю об этом, не забочусь. Вот. Посмотрим, что из этого получается, получится. Огурцы, помидоры, все вперемешку. Теперь я все это дело беру и закрываю землей. Тут у меня с прошлого года опилки остались. И все это дело так вот засыпаю, потом пройдусь, примну. В природе, то, скажем так, копанной земли нет, ее никто не копает, то есть она слеженная, жесткая.
Понятно, что у нас не теплые страны, и где эти вот помидоры, огурцы теплых стран. Вот. Ну, тем не менее. В общем, вот. Я дальше так уже тоже продолжу закапывать. Вот. Ну, главное дело сделано. Весной. Уже когда, вернее, придет, может, месяц, два. И посмотрим, что у нас получилось. Всего доброго. Уважаемые садоводы, еще раз здравствуйте. Сегодня 9 марта. И я вот не удержался, решил посмотреть. А как же у меня чеснок, который я сажал в снег, в зимой снег. Как у меня здесь он, что с ним произошло? Замерз он. В общем, скажем так, появился с этого любопытства, и я не удержался, решил подойти посмотреть там, где я сажал этот чеснок. И знаете, вот я смотрю, появились ростки. Вот. Вот видите, росток. Вот он так крупным планом. Ну, может быть, это другого растения или что. И вот я решил здесь вот, уже начал копать, посмотреть, что это. И вот, сейчас я так наведу. Вот, смотрите. Вот. И оказывается, это наш уважаемый сейчас я вот найду чеснок. Так, я его сейчас раскопаю. Вот так. Смотрите. Ну, я уж думал, вынул его из земли, чтобы получше было понятно смотреть. Вот. Так, видите? Чеснок пророс и дал росток. То есть он не замерз. И это радует. Сейчас я его обратно вот так сажаю. И вот, пусть он там сидит. Может быть, я его не повредил, конечно. Естественно, повредил корни. Ну, посмотрим. Пускай. То есть я вот смотрю, вот проросток, если вот вам видно. Вот, значит, так попробовать приблизить. Вот видите? Ага. Значит, где-то еще. Ну, на таком, скажем, пока еще плохо видать. Но проростки есть. Вот. Проростки есть. Что очень радует. Так что делаю вывод из этого, что чеснок можно и, наверное, нужно сажать в любую погоду. Всего доброго, уважаемые дачники.